И, ребята, всем привет! Вы снова на канале Данила Нейм. И мы сегодня будем играть с Вероникой. Вот, с Вероникой. Ну, если она только не вырубила телефон. Вот, так знаю. У Вероники только 1%. Верник, готовы играть? Какашечка. Что снимаешь? Я дворником все равно покачала. О, молодец. Сегодня, кстати, ребятки, Даня должен прокачать теперь Джеки 15 ранг. О! Джеки, Даня. Джеки, да? Я вообще... Уровень на месяц прокачивал. 15 кубков на уровне. Месяц. Потому что я редко играю. А сейчас у папы выходной. Он мне обещал вчера часик поиграть. Вот. Ну, как вам сказать? Папа мне даст сегодня поиграть полчасика. И вечером. Так, ой, робот. Иди, робот. Я не хочу с тобой связываться. Или сегодня может быть такой маленький выпуск. Сейчас Шельки вообще самые профи. Так, 10 банок на 9. 13 банок, блин. Да ты чё такой нубик, блин? Вообще, нубики попадаются. Нубики на босяры. Так, сколько? 19%. Сегодня. Вот что он такой быстрый? Да блин! Я убил девичью банку, не помню. Пожалуйста, одна сердце. Так,
Ну, все место. Я даже не шутки. Еще гаджета нет. Ну, сложно должен быть. Вот. Конечно, под входом можно. Как она... Офигеть, как она... Как это она все выбивает? Вообще, не... Ну, серьезно? Вероника, ну молодец! За тебя и отлегся. Кого бы мне взять? Ребята, напишите в комментариях из моих бойцов, какой хороший. Вот эти вот про эти комментарии, я даже думаю, эй, не будет писать, потому что вы вредны. Напишите в комментариях, вот эти вот, не пишите вот про этих вот, которых у них нет. Вот у меня есть только два бойца на пути славы. Вот. Восьмибит и... Не помню, как я буду. Да, ой, да, есть. Вот, это восьмибит. И... Энс. Это все дойти на пути славы. И мы сейчас будем играть... Извините за такой хриплый голос, немножко простой. Я ничего не пью сегодня. Сейчас... Сколько сейчас время? 87. Да. Так, идем в кустах. Убей одного. Идем за ящичком. Нет. Пощадите меня. Давай, убивай его, убивай. Все, первое место. Плюс 10 тоже нормально. Что за фигня? А, ты потому что с пассивкой играла, да? Пожалуйста, друзья. Я просто робота отталкиваю, и он уходит на других агрицах. И, а кто не знает, что такое агрица, ну, короче, да. И, ребята, поставьте лайки, чтобы мне хотя бы кристаллики выпали. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Ну, вот. И... Топ-1. Да, я топ-1.
Ничего не выпало. Потому что вот я вижу там, кто-то кушает и не подписан на мой канал. А ну быстро подписывайтесь. Пяти миллиардов на меня не подписано. Вы понимаете? 5 миллиардов. Так. Мы сейчас будем... Вот. Кого мне бы сейчас выбрать? Я улучшаю. Пока. Не мало. На Джеки надо еще выпить гаджет. Много еще на кого мне надо выпить гаджет. На ворона, например. Так, я же на Максе Про. Вот. Кажется, до 20 ранга добью Макса. И все, буду вырубливать. До 20 ранга это 500 кубков. Ну, вот вы понимаете? Ну, я думаю, вечером будет продолжение. Вечером... Сегодня будет немного видео. Да, потому что вчера был праздник. И сегодня праздник. Или у вас сегодня такое же настроение, как в празднике, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, и чаще будут видео. Я выпускать. И чтобы... Да. Ну вот скажите, вот это вот нормально. Одно видео в день это минимум. Да. Если по полчаса 4 видео, это, ну, для вас 2 часа. Блин. Ну, хотя бы 5 место. Занял на одиночном. Ой, 6. Вероника, 6 место для Макса, это минус 0. Понимаешь, то, что надо? А если вот 1 место, то плюс 9. Да, плюс 9. Я профессионал на Максию. Как? Просто умирать и, да? Блин, ухожу. Так. Ушла от меня. Бабка проклятая. Проклятая. Ты не знаешь, вот это. Ты не знаешь, какой у меня Макс прокачан. Так. Блин, проиграли, плюс 2 тоже нормально. Вероника, да замолчи. Если что, не обращайте внимания. Да. Вероника, да замолчи. Пожалуйста. Mm-hmm.
Ты просто не бросал вблизи. Ну, бей сундук. Мне, в принципе, никто не мешает. Я такая, мне никто не мешает убить. Ай, блин! Ай! Здесь вообще очень профессиональные игроки. Профессиональные. Блин, здесь вообще кушка мало. Я никто не замечает до сих пор. Что, думал ты, что я попадусь на твои ловушки, да? С 3000, которые открываются. У меня есть уже 5000, кто не заметил. В начале ролика. Это уже как вторая часть. Первая часть, это была такая недоланная. Просто я случайно нажал выйти. Ну как, не выйти, а... Ну, съемка, чтобы... Ну, то есть, чтобы съемка закончилась. Просто у меня сейчас телефон горячий очень. И мы сейчас снимаем не только для этого. Именно в тенек зайти, а то я там... Чтобы он охладился. И, ребята, всем пока! Покусики. Да, блин, что? Так. Пока-пока, ребята.